В Хангаласском районе осветили автомобили местных автолюбителей. Необычную акцию провели сотрудники ГИБДД при участии священнослужителя Акца Максима в честь Дня автомобилиста. Временный пост установили на въезде в Покровск. Сотрудники останавливали водителей и предлагали пройти процедуру освещения автомобиля. При согласии отец Максим приступал к обряду. Мы попросили отца Максима участвовать в нашей акции. Ну, если у человека имеется вера, то он соблюдает все. В том числе правила дорожного движения. Всего в Хангаласском районе у нас имеется более 3000 водителей. Да, и призвать их к соблюдению правил дорожного движения.